Доброй ночки. Напоминаю, что продается мужчина облифара вот такого окраса с прошлого сезона. То есть ему уже будет годик в октябре. Так что мужичок продается. Днюха у него 2 октября. Родился в 22 году. Я у него отжала имущество, пытаюсь накормить, а он психует на меня, он хвостом, видите, говорит, не хочу я тебя ни в каком виде, ни в каком разрезе. И взятки тараканами, скажи, не принимаю. Что-то не то, скажи, не то. Ну, я просто хлорексидином поелозила твой контейнер. Вот слишком ты покакал активно, да, в нескольких углах сразу. О, психи, психи. Короче, стрессанул мальчишка, кушать сок сказал, не буду. Но продаваться мы будем, так что кому надо, обращайтесь, мужчина в продаже. Вот такой весь в конопушках. Угу. Красавчик, красавчик. Не, говорит, я тебя не узнал. Все, говорит, видите, хвост, хвост, психи, психи. Короче, они в душе котики, даже вот по психу хвостикам. Не только по улыбкам и так далее, и по облизываниям. А вот и по нервному вилянию хвостом тоже. Скажи, не беру я взятки тараканами, не приставай. Ты очень страшная. Как-то так. Ну, вообще, ребенок ручной, если не пухать чужими запахами. И, в принципе, там есть много видео, где он кушает с ручек. Так что, кому надо, обращайтесь. Так, будешь? Вон он, таракан бегает. Гляди. Видел? Не? И танцевать умеет. Гляди, какой танец классный. Вообще, да, супер. Ты любишь таких? С брейк-дэнсом. Бери, бери. Бери танцора, пока он обратно ножками вниз не перевернулся и не свалил. Вот и все. Да. О, захрустил. Хрустик, скажи, получился вообще. Супер. Может, еще будешь? Ну-ка, глянь, какой таракашечка-букашечка. Глянь, с лапками. Нет, нет, я сегодня сок не хочу, я тебя стесняюсь. Ну, на тебе без рук, господи, проблемы-то. Вон он, смотри, опять танцует. Будешь, не? Танцор, иди, он догоняй, лянь какой. Не увидел, наверное. Ну, давай поближе. А так? О, это так увидел, все нормально. Ой, классно он умеет, да, вообще. Сейчас убежит. Давай нормально бери. Что ж ты его там за запчасти, за какие-то? То ли за ножки, то ли за крылышко. Неправильно взял, короче. Задержание пошло не по плану, называется картина. Ну, давай перехватывай. Во, нормально. Получилось. Ура. Все окей. В принципе, товарищам, подросткам часто, если не хотят есть с рук, просто пускаю бегать, оставляю их в контейнере до утра. Утром перепроверяю. Имущество оставляю тоже на ночь. Верну сейчас все обратно. Я просто убираю каждый раз, когда протираю им контейнеры. Не видит, не видит таракана. Так что набросаю таракашек, а он сам потом их будет ловить. Охотиться ночью. Они как бы активность проявляют. Это ночное животное, если кто не в курсе. В темноте они отлично ориентируются. Да, наоборот, даже чаще вспышки и яркий свет их смущает. Вот, сейчас, скажи, увижу таракана и сожру. Да, скажи, только светить мне в лицо сильно не надо. А то я стесняюсь. Угу. Так, ну ему сейчас выдам еще 3 таракончика. Да буду остальных кормить. Время-то идет.